Всем привет! Сегодня у нас небольшая распаковка. Это батареи с AliExpress. Я покупал батареи в ноябре. Покупал батареи в декабре одной из последних распродаж GearBest. Батарейки, которые были по интересной цене. И они так ко мне и не дошли. Я понял, что они уже вряд ли ко мне дойдут. И поэтому купил батареи на AliExpress. Потому что мне нужны, другу нужны. Это 18650 батареек. Поэтому мы их сейчас распакуем. Просто посмотрим на них. Парочку я проверю. Вот, это NCR, да? То есть NCR, но под логотипом, не помню, какой-то другой фирмы. То есть NCR, это Panasonic, по-моему. Пришли вот в таких коробках. Коробки целые. Ссылка будет в описании на них. Сейчас давайте откроем одну коробочку. Посмотрим, проверим, включим куда-нибудь, вставим батарейку, проверим. И я потом вставлю их в Litacal. А, вспомнил, это от Litacal, по-моему, нет? Нет, VariCore. Вот. Здесь вот надпись VariCore. Давайте сфокусируемся. Вот. VariCore, то есть наклейка такая вот с защитным кодом. Здесь вот стирается. Давайте сотрем сразу, посмотрим, что у нас здесь. Так, какой-то код. В общем, защитный. NCR-овская в пленочке с защитой. Все дела. Вот, серия NCR 18650B. Li-ion. Сейчас возьмем Litacal, попробуем фонарик. Вот, я взял для сравнения NCR, которые я брал давно-давно, еще несколько лет назад, с... Не помню, в каком магазине. А, в GearBest я брал, точно. И вот для сравнения давайте посмотрим. То есть здесь она немножко длиннее за счет защиты получается, да? Или как? Вот. Серия. То есть все, маркировка похожая, да? То есть NCR 18650B, MH1210. Но здесь вот символы крупнее. А мы тут Made in Japan крупнее. Вот, но про мою старую батарею я могу сказать, что она отличная. Я саморазряда у нее нету, у меня она была вставлена в фонарик, несколько лет пролежала в шкафу. Ну, то есть я года два назад ее заказывал, и вот я только где-то месяца 3-4 назад достал, и она рабочая, все отлично работала. Потом еще я пропользовался некоторое время фонарем, и только потом она села. Давайте попробуем, это у нас фонарь конвой, мы проверим. Это вот моя батарея, старая, ну как моя, это все мои, просто это старая. И давайте посмотрим. Ярко горит, то есть заряженная отлично, полностью. Переключается режим, можно переключать крутяк. Не кнопка, а вот так вот. Не знал об этой функции. Ну, давайте еще две последние проверим. Потом я их вставлю в Litacal 500 и проверим, сколько в них залезет. Так. И последнее. Все работает. Все, теперь я добавлю еще фотографию, сколько влезло, или видео кусочек добавлю, сколько влезло в них. И на этом закончим. Поставил на зарядочку все батарейки. Так. Nordtest. А первую почему-то не выбралась. Ладно, ну вот, это две батарейки мне подогнал друг из... от ноутбука, из зарядки от ноутбука. А вот эти вот две батарейки, это те, которые вот пришли. Ну и посмотрим, что они тут нам зарядят. Итак, старые батарейки из аккумулятора ноутбука у нас 1127, 1073 вместили в себя. И эти наши герои обзора поместили в себя 2999 и 3110.
То есть по 3000 мАч, грубо говоря. Проверил, заплатил я за две упаковки 18,88, сейчас у продавца они стоят по 11,60 за одну коробку. Итого, там еще бывают у него купоны часто, купоны продавца можно взять, и поэтому, то есть я так и покупал, то есть взял две коробки с купоном от продавца, получилось 18,88 за две упаковки, это отличная цена. Ссылка на продавца, где я их купил, будет в описании к видео. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!